Чек. Так, всем привет, всех с локальным Тузамуном. Но на самом деле это все ерунда пока еще. Потому что, посмотрите, это мы стоим. Давайте отдалимся, посмотрим на график хотя бы на недельках, что мы там видим. А вот тут более интересная ситуация. Уже у нас тут зеленая точка загорелась на сайфере на недельном. На недельном это очень серьезная история. И MRI Buy, кстати, от Тона Вейса индикатор, тоже загорелся покупкой. Да и в принципе и так, оно видно, что уровень сильный. Посмотрите, у нас зеркальный уровень вот этого сопротивления. Как раз плюс-минус потенциально сейчас удерживается как поддержка. Это у нас сколько? 25 тысяч, 24 500. Назовем это так. Поэтому, друзья, тут может сейчас отработать очень сильно и переписать этот локальный хай. Биток может даже в краткосрочной, среднесрочной картине. А так-то в целом это тоже все мышиная возня. И это видео, давайте переключим на хайканаши, это видео больше будет про долгосрок. Больше для долгосрокеров и для тех, кто ходит, для тех, кто понимает вообще в долгую, где мы находимся. Потому что, посмотрите, я вам напоминаю всем, и тем, кто уже подписан на канал, а тем, кто не подписан, еще говорю, видимо, впервые, кстати, обязательно не забудьте подписаться и поставить лайк, что мы находимся на дне вообще, на дне, на самом дне вот этого накопительного канала по логарифмической регрессии, по Бенджамину Ковену. Капитализация крипторынка всего еще 1 триллион. И давайте послушаем, что говорит о биткоине гуру рынков, инвестор и предприниматель, и вообще просто умный дядька Рэй Далио. Давайте послушаем, как он изменил свое мнение о биткоине. Что ж, на мой взгляд, эволюция биткоина за последние годы стала одной из причин, повлиявших на происходящие изменения. Биткоин смог доказать свою состоятельность. Представьте, что 10-11 лет назад был составлен код и выброшен в сеть, и в этом и есть вся его идея. За это время он не подвергся взлому. Его появление, то, как он оперирует и появился, является чем-то невероятным. Тем, что за эти 11 лет, пожалуй, вероятно, стало самой воодушевляющей темой среди множества людей. Он использовался ими, а сейчас он получил статус, имеющего вмененную стоимость. При этом одновременно с этим он является одним из активов, являющихся альтернативными деньгами. Я думаю, что мы заступаем в эру, в которой начнется конкуренция среди денег. По причине печати фиатных денег и процесса амортизации стоимости. В итоге образуется денежная конкуренция. И биткоин является частью этой конкуренции. Но у денег есть два назначения — средство обмена и сохранение богатства. Кроме того, мы хотим, чтобы они также были портативными. И в идеале, чтобы еще их признавали и другие страны. И одним из таких средств является золото. Поэтому я в биткоине вижу альтернативу золоту. Но это не единственная альтернатива золоту. И я все еще считаю, что золото мне нравится больше всего. По причине определенных свойств. Например, его нельзя отследить. Биткоин же отследить можно. Вы видите, откуда он пришел и куда ушел. Правительства могут это делать, отслеживать и так далее. А золото же — частичка монеты, она не связана. И отсутствие этой связи имеет преимущество. Особенно в мире, где связь может нести некоторые риски. Золото, кстати, тоже очень побычи смотрится, ребята. Даже гораздо более побычи, чем биткоин, несмотря на вот этот вот ложный прокол, как я думаю. Потому что оно так в долгую-то, посмотрите, что делает. Оно на месячном даже таймфрейме рисует чашку с ручкой в чашке с ручкой. Это вообще такое фракталище. Вот тут глобальная чашка с ручкой, и вот локальная. Золото, короче, смотрит просто на X10. Ну, это в долгую, конечно, это не так, как я нарисовал, это скорее как-то вот так будет. Но, может быть, все и будет и быстрее, потому что крах фиатной системы и вообще текущего строя может случиться быстрее, чем мы думаем. Друзья, прямо сейчас, пока я это говорю, происходит памп такой, что аж звук выше было, короче, даже у пампа. И, ну, опять же, поздравляю всех, кто локально сейчас забирает профит. Вот оптимизм, кстати,
Криптодед мне советовал посмотреть. Открыт у меня оптимизм, график на Байбите, позиция не открыта. Оптимизм тоже похоже, что одна отбивается, ребята. И как и многие, кстати, щиткоины сейчас. Поэтому напишите в комментариях, какие монеты смотрите вы, чем торгуете и на какой бирже. Я думаю, что если вы сейчас не покупаете, ребята, в целом, долгосрок, это все, то когда вы будете покупать? Дороже, когда Bitcoin Cash, когда пробьет вот этот хай в $320 и будет уже стоить 600. Как обычно, ракета начинает улетать, и как бы никто в нее не успевает. Собственно, так долго накапливая позиции... Смотрите вот на Bitcoin Cash, реально, он не сдулся ниже 0.618 FIBA. Так долго накапливая позиции, их быстро сливать не будут. Тут будет сейчас что-то очень серьезное. Не только по Bitcoin Cash, а по нормальным монетам, по всем. По старичкам, не по всем, кстати. Но вот по Dash я жду, что будет что-то сильное. Сильнее даже, чем все думают. Хотя он пока что-то слабовато смотрится в моменте. Вот. И многие альткоины, конечно же, не поднимутся уже. Не поднимутся к прежним высотам, но стрельнут, будьте здрасте, потому что, друзья, сейчас похоже, что начинается all season. Посмотрите, на CoinMarketCap все пока еще плюс 2, плюс 3% за неделю. А скоро начнется плюс 20, плюс 30. А потом плюс 200, плюс 300. Вон, Bitcoin Cash уже 14. Но это все равно еще мало, это все равно еще мы на дне. Мы на дне накопительного канала, откуда, собственно, сейчас все начинает потихонечку выстреливать. Как это и происходило всегда. Ничего удивительного, ничего нового. А, тейки, да, ничего не сказал, куда это пойдет. Куда ставить тейки? Да хрена узнает, куда ставить тейки, вот даже по эфиру посмотрите. Мы пробили сопротивление. По эфиру мы пробили сопротивление. И пойдет это, походу, вот закрывать как минимум весь этот ковш. Но потом мы понимаем, что надо идти дальше еще. Потому что это тоже ковш. Так что тут вопрос таймфреймов, как вы это торгуете. Можно закрыться по 1800, а можно закрыться и по 3600. Вот. Вопрос, сколько у вас есть времени, чтобы ждать. И как часто вы торгуете. Потому что можно все это вот так вот торговать, но, как показывает практика, иногда лучше просто зайти и стоять. Ну, так что что, друзья, когда еще покупать, если не сейчас? Тем более, что Binance объявила об уходе из РФ, ребята. Очень бычья новость. Там, правда, сразу запустили биржу COMEX. Но, если что, вы знаете же, где ссылки на все лучшие биржи. Конечно же, в описании к ролику, которому надо не забыть поставить лайк, если вы еще это не сделали. И тут есть куча вариантов. Bybit, Gate... Если вы не хотите париться с KYC, по-моему, еще Femex. Bitflex точно не просит KYC. KuCoin, по-моему, тоже. Bitget уже просит, но все эти биржи, все биржи проверенные, хорошие, отлично работают. Так что вот. Скомануть может любая, тоже об этом не забываем. И лучше диверсифицироваться по разным биржам. Не держать все яйца в одной корзине. Apex Dex, кстати, это тоже децентрализованная биржа от Bybit. И также вступаем в нашу телегу, если вы еще не там. Проверьте по ссылочке из описания. Альтсезон начинается, ребята, потихонечку. Всех еще раз с этим поздравляю. Откупаем касту обязательно. Если, конечно, вы верите в этот проект, а не потому, что Грини так сказал. Но я сейчас очень сильно откупаю касту, просто посмотрите на это. Это, блин, на споте, я думаю, иксов 20 просто будет отстрел. Но дисклеймер, не финансовый совет, все ссылки в описании. А, Генслера еще отфигачили, вот. Ну это ладно, это мы завтра для вас переведем. Вот, всем профитролей и хорошего булрана. А, тейки, да, ничего не сказал, куда это пойдет. Куда ставить тейки?